Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня хочу показать вам, как из очень толстой пряжи можно связать вот такую интересную, оригинальную, модную накидку. Мини-пончо я бы назвала. Вот с такими у нас интересными воздушными обвязками. Все вязание занимает всего-навсего 15 рядов, но за счет того, что очень толстая пряжа, получается достаточно такое вот объемное, интересное вязаное изделие, которое я и предлагаю вам сегодня посмотреть вместе со мной на канале. У меня появились очень интересные ниточки фирмы Alpina, такие 50 грамм 50 метров. То есть это очень толстые нитки, скрученные из нескольких ниточек, и толщина очень такая получается хорошая. Мне всегда было интересно, как из таких толстых ниток можно связать что-то интересное. И я искала узоры специально для толстой пряжи. Нашла очень интересную накидку. Крючок у нас четверочка. Вот такая будет накидка, такая схема. Читается она, конечно, вот таким образом. Раппорт 16 петель. Если с тонкой пряжи, это будет намного больше раппортов. Здесь нарисовано 16, 16, 3 раза по 16. Это будет, допустим, перед. И столько же будет у нас спинка. То есть мы набираем 6 раппортов по 16 воздушных петель. Считаем, набираем и измеряем. Может быть, для нас это будет много, тогда будем убирать. Я буду набирать воздушные петли, считать, сколько раппортов надо будет при такой вот толстой ниточке, как у меня. Я набрала 96 петель, измерила. Какой главный, да, у нас объем, чтобы хорошо проходило через голову. Это у нас накидка будет. Я думаю, что размера здесь нет. Накидки у нас все безразмерные. Выровняли все наши петли. Присоединили. Посмотрели, чтобы все было ровненько, не перекрученное. И начинаем вязать узор. Узор здесь вот такого плана у нас. Здесь есть все цифры каждого ряда. Схема достаточно понятная. Пару рядов я буду объяснять. Все остальное мы будем вязать уже самостоятельно, потому что сложности здесь нет. Мы начинаем вязание с пышного столбика. Все столбики идут с двумя накидами. Раз, два, три, четыре, пять воздушных петель подъема. Два столбика с одной вершиной. Это пышный столбик. Раз, два, три, четыре, пять воздушных петель. Мы начинаем вязать вот такие фонарики. Внизу пропускаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмую воздушную петлю вяжем. Столбик и еще такой веерочек. Давайте начнем, посмотрим. 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида в это же место. Столбик с двумя накидами мы не довязываем. И еще вязание получается достаточно объемное, но тем и интересное. Мы такое еще не вязали. Объединили 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в седьмой. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в седьмую воздушную петлю. Так. С двумя накидами мы вяжем 4 столбика. Схема перед глазами, я думаю, будет у каждого. Распечатать всегда можно. Один столбик, второй столбик, третий и четвертый. Все вяжем с одной воздушной петли. 2 воздушные петли. 1, 2. В
Следующую воздушную петлю вяжем столбик с двумя накидами. 2 воздушные петли. В следующую воздушную петлю вяжем 4 столбика с двумя накидами. Вот, то есть наша задача, все вязание, видите, оно какое крупное достаточно, это все будет очень интересно смотреться. Раппорт узора у нас такой. Пышный столбик мы сейчас с вами провязали, 5 воздушных петель, 4 столбика в одну воздушную петлю, 2 воздушные петли, столбик, 2 воздушные петли, 4 столбика, 5 воздушных петель, внизу пропускаем 7 и опять пышный столбик. И начинаем все заново. То есть вот этот раппорт вот у нас. Потом идет повтор. Вяжем первый ряд, смотрим, что как у нас получается. Красиво ли? Вот такой первый ряд у меня получился. Он небольшой, не маленький, но на горловину, я думаю, будет хорошо смотреться. Основные узоры мы с вами разобрали. Это у нас будут пышные столбики. И вот такие домики. Сейчас будем вязать такой домик. Покажу, каким образом. Вяжем второй ряд. Здесь из одного пышного столбика 2 столбика пышных, и между ними 2 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5 опять идет воздушных петель, и 4 столбика собираются в домик. 1, 2, 3, 4, 5, то есть здесь опять 5 столбиков, и вяжется начало домика или начало фонарика, это не важно, 5 воздушных петель. То есть основной узор или основные узоры, это у нас будут вот такие домики, которые будут сначала вязаться из одной петли, а потом собираться в одну. И пышные столбики. Больше никаких сложных узоров здесь нет. Поэтому давайте разберем еще один раппорт узора. 2, 3, 4, 5 подъемных петель. И в самое центральное место мы с вами должны провязать 2 пышных столбика. Пышные столбики вяжутся с одного места и с одной вершины. Вот один провязали, 2 воздушные петли и еще точно такой же пышный столбик в самый центр. Один столбик с двумя накидами, не довязанный, второй не довязанный и третий. Два пышных столбика у нас. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы должны с каждого столбика связать столбик, но с одной вершиной. То есть мы его не довязываем. Первый столбик. Второй столбик. Третий. И четвертый. Вязание у нас получается вот таким достаточно крупным, грубоватым, но очень модным. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И точно такой же вот домик мы с вами вяжем. Начало в столбик. У нас здесь был столбик. Вяжем 1. 2. Это два узора, которые будут встречаться все время. Домик будет у нас и пышный столбик. И мы с вами умеем их вязать. Вот. Вот такое начало. 5 воздушных петель и домик наш довязываем. Домик наш довязываем и здесь вяжем 2 пышных столбика. То есть вот наша схема, она перед глазами. Провязываем. И получается, все следующие ряды, они узор повторяют, только между ними где-то больше воздушных петель, где-то меньше. Вот здесь вот узорчик тоже рассмотрим, мне интересно, как он вяжется, вот эта петелька. Вот. А пока точно по схеме с вами вяжем то, что мы уже, узоры какие мы знаем. Если какие-то сложности будут встречаться, я буду показывать. Вот. А пока просто по схеме, по узору вяжем. Я связала по схеме 5 рядов, а за счет того, что пряжа очень толстая, кажется, что у меня уже тут, ой-ой-ой, сколько, да? А можно даже посчитать, смотрите,
Получается, раз, два, три, четыре. Вот сейчас пятый ряд. Хотела показать небольшой вам такой нюанс вязания. То есть, понятно, да, что это у нас пышные столбики. Понятно, что это наши столбики, которые мы с вами вязали по отдельности, и потом соединяли их вместе. А здесь вот 7 воздушных петель соединяются. Потом вот такая петля интересная, и дальше идет вязание. Хотела его показать. Остальное вроде бы понятно. 7 воздушных петель провязали, по центру столбик с накидом сделали, 3 воздушные, 1, 2, 3 петли связали, и теперь считаем здесь 1, 2, 3, вот в третью петлю мы соединяем и еще 4, 1, 2, 3, 4 воздушные петли, и вот, и таким образом завершаем ряд, то есть все остальные у нас вязание. Все остальные узоры понятны, это пышные столбики, воздушные петли, я думаю, тут несложно. Вот. И так дальше идем по схеме, что у нас здесь. Получается, вот здесь, где обозначение, с этого места все время начинается вязание. И вязание все время начинается с пышных столбиков, всегда. Вот сейчас у меня будет, допустим, 6-й ряд, пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Практически все время все это повторяется. Домик собирается вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь уже идет повтор, как вот и в этом ряду было. То есть здесь я надеюсь, что сложности нет. Вязание воздушных петель, столбики пышные. Здесь из 2 столбиков пышный столбик, здесь из 3. Я думаю, это не сложно. Все абсолютно понятно. Немножечко повяжем. Пышный столбик. Всегда начинаем с пышного столбика. И, конечно, новый ряд всегда начинается с подъемных петель. 4, допустим, либо 5. В зависимости от толщины ваших ниток. И в самый центр пышного столбика вяжем начальный пышный столбик. Вот. Попробуйте вязать так же, как и я, толстыми ниточками. Это очень интересно на самом деле. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И здесь мы из 4 столбиков, которые у нас были связаны из одного, мы опять превращаем в 1. То есть мы вяжем двойные столбики, но с одной вершиной. То есть здесь я думаю, что все очень легко, нужно только взять, распечатать схему. Схема, вы знаете, есть в ВКонтакте и в Одноклассниках. И вязать. Схема несложная, узоры я вам показываю. То есть, что мы сейчас с вами провязали. Мы провязали объединенный такой домик из 4 столбиков с 2 накидами и с одной вершиной. 7 воздушных петель и в самый центр столбик с 2 накидами воздушная петля и столбик с 2 накидами. 7 воздушных петель. И опять объединяем наш домик. Дальше у нас идут воздушные петли 5 штук, пышный столбик и сразу пышный столбик. То есть вот такое объединение. Все ряды повторяются и все узоры повторяются. Либо пышные столбики, либо вот такие домики. Здесь у нас идет 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Так, простите, не 7, а 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно. И в самый центр вяжем столбик с 2 накидами. Воздушная петля. И еще столбик. То есть все столбики вы знаете. Столбики с 2 накидами выглядят таким образом. Воздушные петли, я думаю, тоже всем знакомы. Вот. То есть тот нюанс, который маленький, я хотела показать, потому что непонятно, что это значит, что это за петля. Я вам показала, теперь над этой петлей мы просто провязываем пышные столбики объединенные. 5 воздушных петель и раппорт идет заново. То есть я думаю, что здесь уже все понятно, сложностей никаких нет.
еще какой-нибудь 1-2 рядочка я вам покажу. Но на самом деле я думаю, что здесь все прозрачно, все понятно. Схема достаточно простая. Самое главное набрать раппорт 16 петель. У меня 6 раппортов набрано. И вязать по схеме 15 рядов. Достаточно несложно. Надо попробовать. Вяжем с вами, вяжем. И хотела показать немножечко, да, как идет процесс. Такая схема. То есть я подошла к вязанию вот этого цветочка такого. Здесь у нас все время пышные столбики, между ними все время идет повтор узора. А цветочки вяжутся немножко по-другому. То есть, смотрите, здесь мы с вами вязали столбики с двумя накидами. Это понятно. В следующем ряду, тут видите, идет увеличение столбиков. То есть, два столбика, раз-два показано, три-четыре. Здесь они собираются. И вот хотела показать такой вот нюансик. Смотрите, вот что это такое за галочка, которая вяжется за воздушные петли. Это когда мы собрали все 4 столбика в кучку. 1, 2, 3 воздушные петли. 1 накид, а не 2. И смотрим. Накид мы сделали. И столбик с одним накидом, недовязанный. Воздушную петлю пропускаем. И еще один столбик. Вот. Такой как бы домик, да, галочка. Все, провязали. Вот. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И идем уже дальше. Здесь мы уже собираем по центру наши столбики в домик. Здесь уже идут двойные. Столбик с двумя накидами с одной вершиной. Это уже несложно. За счет того, что ниточка толстая, вязание очень быстро нарастает. Буквально тут у меня 10 рядов, а накидка практически готова. Вот. То есть мы с вами разобрали вот этот узорчик, он несложный. Все время здесь идет повтор, и практически в следующем ряду тут у нас вообще воздушные петли будут и только пышные столбики. Воздушные петли считаем по схеме, присоединяются они, как правило, столбиком без накида, и уже довязывая до конца схемы, покажу, как вязать вот эти цепочки наши. Вязать и переходить. Основная красота этой накидки, это вот как раз и будет в окончании, в обвязке. Остальные узоры, схемы, я надеюсь, что все-таки понятно, что пышные столбики с двумя накидами. Здесь нарисован просто столбик с двумя накидами, один столбик. И воздушные петли. Везде. 3, 4, 5. В основном по 5 воздушных петель идет. Между одинаковое количество. Вот. И вот такой узор. Несложные, везде идут двойные столбики. Либо они идут по отдельности, потом соединяются. То есть я думаю, здесь вы разобраться сможете. Я связала 14 рядов узора. 14 рядов узора. Теперь последний ряд. Также мы вяжем пышный столбик, цепочку из 15 воздушных петель, пышный столбик, 15 воздушных петель возврата, 4-5 воздушных петель между ними, столбик с двумя накидами. И песня также заново идет. Давайте посмотрим, как это вяжется. Обвязка, которая подойдет абсолютно к любому вязанию, к шали, кофточке. 3-4. Значит, сначала мы с вами вяжем пышный столбик. Это он у нас всегда идет как петли подъема. Теперь 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Держим палец. 1, 2, 3, 4. В это же место, где мы с вами палец держим. Вяжем столбик с двумя накидами, еще один столбик с двумя накидами,
провязали все вместе, 1, 2, 3, 4 воздушные петли, возвращаемся в самое начало пышного столбика и 15 воздушных петель вяжем обратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Смотрим, где наш начальный пышный столбик. Вот он. Вкалываем в него же столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Два накида, смотрим, вот у нас столбик с двумя накидами, провязываем столбик с двумя накидами и повторяем все то же самое, то есть 15 воздушных петель, пышный столбик, 15 воздушных петель. Вот такая у нас будет обвязка, еще один будет ряд у нас и вот такая обвязка по всему периметру нашей накидки. И тогда уже накидка будет готова. Закончила я накидку, обвязывая, показывала вам, да, что мы обвязываем каждый столбик вот такими нашими воздушными петлями. И в итоге получилась такая вот интересная накидочка из толстых ниток, толстой пряжи. Интересная, креативная, теплая. Такая вот красота. Всем приятного просмотра. До новых встреч! Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.